Привет всем выжившим, и сегодня мы играем в The Black Masses. Если кто не знает, это игра по типу Dying Light, только более сырая. Тут, конечно же, есть паркур, есть зомби, есть оружие с разными характеристиками, какие-то навыки, и в целом игра многообещающая. Ну, по крайней мере, как по мне. Но давай посмотрим вместе. И сразу хотелось бы начать с небольшого обзора и мнения по игре. Игра начинается с того, что мы терпим кораблекрушение и нас выбрасывает на берег. Да-да, мы очередной избранный, которому предоставлена великая судьба. Если честно, это мне она очень напомнила Age of Conan Online, хотя было и множество других игр с похожим началом. Сама боевка и, конечно же, геймплей немного мне напомнил какой-нибудь Dying Light или же The Forest. За исключением того, что здесь она, конечно, очень сырая и вялая. Мы можем бить зомби в голову, и при этом у него будут отрываться руки, ноги, хотя мы, мать его, били ему в голову. Но это, наверное, мелочи, и в дальнейшем это будет исправляться. Конечно же, появится коп, но, если честно, сейчас я не думаю, что он как-то разнообразит геймплей. Но если вы верите в развитие проекта и считаете, что вам будет весело играть в эту игру вместе с своим другом в дальнейшем, то, конечно, покупайте, поддержите проект, почему бы нет. И вот, по сути, наш персонаж. Если что, у меня уже 4-й уровень, но появляюсь я там же, где мы и начинаем игру. А все потому, что я не открыл пока что никакой безопасной зоны. Игра, то есть карта, довольно обширная у нас. Есть, как я говорил, прокачка. В целом, ловкость, сила, выносливость и темное искусство, которое позволяет нам телепортироваться между зонами. Ну, давай попробуем... Вот, например, в ту сторону пойти и посмотреть, что у нас здесь будет. Игра немножечко фризит, немножечко, бывает, подлагивает. Видно, что она не совсем прям-таки оптимизирована, но играть можно. Опять же, если вам понравилась идея, и вы верите, что в дальнейшем ее механика будет улучшаться, то почему бы не проспонсировать разработку игры? Так, смотри-ка. Какая-то избушка. Если что, перезагружаясь, вы, по сути, обновляете всю локацию, и в каких-то домах, где вы уже бывали, там снова появляются те или иные предметы. Боже мой. Стой, стой, стой. Отлично. Так. Пока никого нету. Ай, ты ж, блин, закрыто. Хотя мы могли бы попробовать вот так вот сделать. А, нет, так не получится. Да что ты будешь делать? Давай-ка лучше отойдем от них. Так, сзади никого нет, поэтому... Опа-на! Ну, тут, конечно, лучше в толпе это делать. Ладно. Ну что ж. Новая безопасная зона. Привет. Чего ты тут у нас делаешь? О! Очередной человек. Что здесь случилось? Они все одержимы. Где ты был? Так, он нам говорит найти остальных... выживших. Блински, лучше бы у него был какой-нибудь лук или арбалет, которым он смог бы поделиться с нами. А так получается, что мы опять без всего. Ну что ж, ладно. Давай тогда осмотримся. А куда он нас там послал-то? Погоди. Давай-ка как следует... осмотримся и решим, куда мы пойдем. Опа, 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 опа. Погоди. А это еще что такое? О, а почему ты не забираешься-то выше? А, да, конечно. Местная система паркура меня просто убивает. Подожди, ты на землю просто можешь спрыгнуть? Спасибо. Так. Зачем я тут, понимаешь ли, прыгал, если тут можно было просто подняться по лестнице? Я надеюсь, тут будет какой-нибудь мушкет. Но нет, тут есть грабли.
Боже мой. Опять грабли. Если что, у меня уже просто этих 6. И ножей, и граблей. Боже мой. Я не понимаю, правда, зачем они мне нужны, но... Пока что они у меня тут накапливаются. Как, в принципе, и все остальное. Хлеб, зелья. Я вообще их не использую, потому что... Вначале у тебя персонаж имеет регенерацию. И ему этого для лечения вполне себе хватает. Видимо, система голода еще не до конца у них реализована. Если они, конечно, будут ее делать. Так, привет. Ну что ж. Погоди, так я же не посмотрел, куда нам надо. Блин, а! Хочет меня бить. Получай мечом. И еще раз. Вот. Эх ты ж. Отлично. Давай посмотрим на наше задание. Так. Форт Вайвс. Форт. Он нам, кажется, к вот этому вот сказал форту идти. То есть это вот в той стороне примерно. Ну, давай попробуем. Это получается, мы тут сможем перепрыгнуть? Паркур, мать его! Да, сможем. Ну, вот этим игра уже радует. Что нам не приходится как-то обходить. Искать какие-то камешки, на которые можно было бы запрыгнуть. Кстати, как ты заметил, игра немножко подтормаживает. Учитывая, что у меня новая видеокарта 1070. Ой, то есть, господи, 2070. Супер. Постой, подожди. Подожди. Отлично. Так, боже мой. Давай вот тут. Ну, конечно, возможно, стоило бы их побить, но ладно. Давай так пробежим. Привет. Чего вы тут делаете? Ой, смотри, там... Нет! Беги! Они все... О, боже! О, господи! Действительно, о, господи! Так, и тут они бегут. А куда нам бежать-то? Тут есть дом... Так, ну у нас выносливости хватит на... Оп. А ты сможешь запрыгнуть? Ну не совсем. Ладно. Попробуем тогда как-то... Вот так вот через камень. Сейчас, погоди. Только недавно хвалил игру, но... Нет, получилось. Ты посмотри. И опять вернуться к этому священнику. Сказать ему, что все, полная жопа. Там просто орды зомбаков. Так, привет. Да, они все заражены. Теперь он говорит нам в новое место пойти. Это вот в эту башню? Или как? Да. Только я не понимаю, как туда пробраться. Привет. А что вам от меня нужно? Тише. Так. Ура! Дверь закрыта! Ё-моё. Так, вот смотри. Вот тут можно пробраться. Вот нет бы лестницы воспользоваться как человек. Нет, ему надо было запрыгнуть на какую-то балку. Господи, они же снизу. Сзади, снизу. Вообще со всех сторон. Тише, не падай только в них. Ладно, аккуратно, сама аккуратность. Нет, мне кажется, все-таки с другой стороны. Блински, реально сыкотно. Боже, что у меня с руками? Ты посмотри. Что мне делать теперь? Так, аккуратно. Аккуратно пытаемся забраться, но... Может, мне уже на крышу попробовать?
Главное, чтобы мы не скатились. Вот. Так, ну, смотри. А, то есть вот, мне нужно на этот дом попытаться запрыгнуть, но... как мне это сделать? Можно было бы, конечно, вот на вот это вот здание прыгнуть, но я не совсем уверен, что у нас получится. О, боже. Ну ладно. Давай. Опа. Так, получилось. Теперь нам нужно попытаться как-то... Не знаю, я бы и в этот дом проник, посмотрел бы, что там. Ай, ладно. Тише, тише. А, вот. То есть, тут нужно было по камням как-то забираться. Боже. Ну, хотя бы забирается он... относительно спокойно. Так. Привет. Хлебушек. Ну, ты посмотри. Оу, как ты вообще забрался сюда? Я, в общем, прыгал и носился вокруг вашей башни. Так. В общем, другой с нами даже разговаривать не захотел. Ну, нам сказали теперь идти... Куда нам идти-то? Так... А, то есть надо опять поговорить со священником. Только я, если честно... А, вот он в той стороне, да? Ну, где-то он в той стороне получается. Блинский, а как нам вообще спускаться теперь? Там же куча зомбаков. О, боже. Ладно. Ну, давай попробуем. Так, ну, здесь, я думаю, вряд ли выйдет. Давай попробуем просто выйти. Так. Давай-ка фонарь. Еще очередное весло. Я уже этих весел штук 5 или 6. Я уже не знаю, куда их девать. Так, привет. А куда мне бежать? Господи, боже мой. Они уже и сами бегают. Причем, кстати, неплохо так бегают. Должен сказать. Некоторые даже побыстрее нас будут. Так. Хотя, если честно, я не очень люблю зомбаков быстрых в играх. Мне скорее нравится классический вариант, где они медленные, вялые и, в общем, просто дохрена живучие. И в них надо там кучу пуль всадить, чтобы они наконец-таки сдохли. Боже, давай-ка пробежим. Нам опять показывает, конечно, на эту башню. Но нам нужно другое место, нам нужно... Подожди, прямо, просто прямо. Я, конечно, надеюсь, что там это будет. Так. Я вот без понятия, что это вообще такое. Привет. У вас тут куча крови. Ай! Все, 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 все. Так. И что у вас тут? Ах. Ну, я ничего полезного не вижу. Можно, конечно, выше забраться, но... Я не уверен, что там что-то будет. Но давай глянем. Тихо, 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 тихо. Аккуратно. Забираемся. Привет. Хлеб. А, стрела. Так, закрыто. Тихо, 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 тихо. Вот, давай. Еще выше. Попробуем выбраться на крышу. Пуф. Нет. Ничего интересного. Блин, я все жду, когда мне дадут лук или арбалет, но что-то как-то совсем ничего не вижу. Ни лука тебе, ни арбалета. Только хрен взад.
этими веслами. Ну, такой себе, конечно, тут выбор. Ладно, зря сюда пришли, получается. Давай пойдем отсюда. Так, да, а тут кукуруза. Так, и, в общем-то, что от нас хотят? Вроде бы вот там должен быть монастырь. Да, он там. Постой, аккуратно. Отлично. Все, побежали. Я его вроде бы даже и вижу. Так. Или это опять башня? Нет, не может быть. Слушай, мне такое ощущение, как будто я заблудился. О боже мой. Да, видимо, я заблудился. Так. В общем, я без понятия, куда нам сейчас идти. А, нам нужно обратно к церкви, но... Сейчас. По идее, она в той стороне должна быть. Можем как-то через камни попробовать проникнуть, либо... Попробовать обойти все это дело. Давай осмотримся. То есть вот опять эта башня. Так, сейчас. Но нам нужно вправо идти. Там где-то в правой стороне должна быть церковь. Вот она, господи, затерялась. Просто здание очень похоже. Хотя ладно, у меня просто топографический кретинизм. Привет. Так я же встретил выживших-то. Что ты мне тут рассказываешь? Что он хочет? А, убить? Ё-моё. Они хотят, чтобы я убил зомбаков. Привет. Видимо, это про вас говорили, да? Давай. Руби. Что-то у меня закончилась выносливость. Тихо. Давай, может быть, что-нибудь скушаем. Сейчас. Хотя у меня есть гранаты. О боже. Я надеюсь, взорвется. Что-то как-то вяло взорвалось. Так. Ё-моё. Бля. 51 здоровье. И это при том, что мы сейчас... Я, конечно, не увидел взрыва. Ну ладно. Так, и мы убили. Убили зомбаков. Давай возвращаться. Так, а мы сможем, может быть, еще раз протестить? Давай посмотрим, вообще там взрыв есть? А, ну вот он, получается, перед... Серьезно? Такой вяленький взрыв. Ну... Блин, там есть, конечно, какой-то радиус, но... Ладно. Ну, на этом, пожалуй, все. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, что вообще думаете про игру, и верите ли в ее разработку и дальнейший успех. А я, пожалуй, буду заканчивать. Спасибо всем, кто досмотрел это видео, и пока-пока, до скорого!